почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литель, декан факультета филологии Вятского государственного университета. 15 июня 2017 года на 89-м году жизни скончался великий актер Алексей Владимирович Баталов. И читая его книгу, это второе издание «Сундук артиста», я подумала, как это все-таки замечательно, что кинорежиссер, сценарист, педагог, герой социалистического труда, народный артист СССР, лауреат многочисленных премий, писал книги. Он ушел из жизни, но его роли в фильмах, его озвучка, его книги остались с нами, живущими. Потому что рукописи не горят. Я всегда благоговела перед его игрой. «Летят журавли», «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «Звезда пленительного счастья», разумеется, «Оскароносная картина» Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где Баталов Гога, он же Гоша, он же Юра, он же Жора. Он родился в удивительной, талантливой семье. Его отец Владимир Баталов, актер и режиссер, был помрежем у Станиславского. Дядя Николай Баталов, актер, мать Нина Альшевская, актриса, близкая подруга Анны Ахматовой. Отчим Виктор Ардов, писатель, сатирик, драматург, сценарист. Тетя Ольга Андровская, народная артистка СССР. Племянница Анна Ардова, актриса. Брат Михаил Ардов, протоиерей, писатель, мемуарист. Книга называется «Сундук артиста», и это, как пишет автор, не просто выдуманное название моей книги, а реально существующий и в наши дни спутник циркового артиста. Но все же это символ. Здесь запечатлена вся жизнь Баталова, яркая, наполненная творчеством, исканиями, испытаниями, сомнениями и, конечно, незабываемыми встречами с выдающимися актерами, режиссерами, операторами, поэтами, врачами, художниками. Здесь много дорогих сердцу настоящих семейных реликвий. Например, вещей, золотое кольцо МХАТа Николая Баталова или бессменная трубка самого автора, уникальных фотографий, писем. Все это с любовью и заботой сложено артистом в сундук. Но на наше счастье каждый читатель может его открыть и внимательно посмотреть, почитать, удивиться тому, что в нем хранится. А можно, прочитав книгу, узнать много нового и интересного. Например, увидеть картины Баталова, с удовольствием прочитать его сказки. А еще воспоминания об Ахматовой, Раневской, Роме, Быкове, Хейфице, Марселе Марсо, Феллини и многих других. А также узнать подробности о съемках фильмов с участием Баталова. Так, в сцене гражданской казни князя Трубецкого в фильме режиссера Владимира Мотыля над головой актера ломают шпагу, но по чьей-то оплошности ломают по-настоящему. Пошла кровь. Баталова повезли к врачу зашивать рану на голове, а в картину взяли именно дубль, где по лицу потекла настоящая кровь артиста. Самое интересное, что потом консультанты-историки с восторгом отметили фантастическую точность этого эпизода. Оказывается, во время гражданской казни Трубецкого произошло буквально то же самое. Много интересных историй в сундуке артиста Алексея Баталова. До новых встреч! «Дай почитать».